Всем здравствуйте, дорогие подписчики. К вам обращается король ЛТД Артем Кураган. Сегодня в 18:30 начнется гранд-финал Лиги 4x4 на платформе OZ Game. Турнир проходит при поддержке компании Sven. ТМ, торговая марка, не знаю. Sven там предоставит подарки. Призовой фонд для 4x4 самый большой, порядка 80 тысяч. Еще раз напоминаю. Ну, конечно, в 1x1 лиге было больше, там на одного. Но, тем не менее, это самая крупнейшая 4x4 лига. Чуть-чуть покажу про группу, расскажу, проанализирую. И скажу, с кем мы будем играть в гранд-финале. Значит, мы играли группу вот так. Тут, кстати, мы еще одну команду выиграли, 2-0. Но убрали ее, кикнули. И в итоге мы заняли второе место. Хотя должны были делить первое и играть переигровки. То есть, по сути, в группе мы поделили первое-второе место на самом деле. Не проиграли единственный, кто никому, мы и Кефтиме. Из группы мы вышли сразу в полуфинал, как и Кефтиме. Вот команды с 3 по 6 место. Ну, тут больше комментировать нечего, эта группа. В гранд-финале будем играть против команды Джамбалджана. Это Сурок еще есть и Эльдос с птичкой. Они проиграли в группе только нам и Кефтиме, то есть первому-второму месту группы, самому сильнейшему. Как протекал финальный этап? Значит, вот такие были, так сказать, четвертьфинала виннеров. Вонтер с Джаном. Вонтер проиграл. Вонтер 3 раза проиграл, кстати, Джану. 4-2, 2-4, еще в группе 2-0. А Джан, в свою очередь, проиграл только нам 2 раза, можно сказать. И Кефтиме в группе. Остальные все матчи они выигрывали. Кефтиме проиграли вот тут. Что-то еще интересно отметить. Команда Пахи дошла дальше, чем должна быть на самом деле. Вот так сетка развивалась, можете видеть на своем экране. И вот после этого матча Тима Джана вышла на реванш. И сегодня он состоится в 18:30. Твич я укажу в комментариях к ролику. Что еще могу сказать? В общем-то все, болейте за короля, пишите в чат, король вперед. Я это оценю, буду рад. Ну и немножко спою под конец, под песню. Я король, не просто быть королем. Я король, не просто быть королем. Я король. Ладно, это лишнее, все, давайте. Смотрите, короче, поддерживайте.